Что делаем мы в свободное время? Что хотели бы делать? От правильного решения этих вопросов в конечном счете зависит не только развитие отдельной личности, но и развитие всего общества. Социологические исследования показали, что наибольшим количеством свободного времени располагает несемейная молодежь, для которой характерны массовые формы досуга – танцы, вечера, концерты. Поэтому объектом нашего кинонаблюдения стал один из вечеров отдыха в рабочем общежитии. Примерно сколько в день, в среднем? В среднем? Да. Без всяких неожиданностей, если... Без всяких неожиданностей, ну, часов примерно так 7. Часов 7? Да. Но это много времени. Вы учитесь? Нет, не учусь. А извините, еще кем вы работаете? Я на шахте работаю. На шахте, да? Да, 6 электровозов. Понятно. Ну, маляры. Маляры, да? Да. И вы тоже, да? Да. Скажите, пожалуйста, вы часто бываете здесь на танцах? Часто. Часто. Что вас привлекает сюда? Ансамбль. Ансамбль. Я играю в ансамбле. Тоже, который организовался при ансамбле Кембри, который сейчас играет. Вот. В общем, мы организовали младшую группу, то есть ребята, которые учатся в ПТУ 6-6. В общем, ну, там есть талантливые ребята. Вот. И мы, значит, хотели группу организовать. Вот сейчас мы просто репетируем, еще не выступаем. Зовут меня Константин Акимович, моего коллегу концертмейстера Владимир Иванович. Мы вас поздравляем, молодых производственников, с трудовыми победами. Желаем вам большого счастья и крепкого здоровья. Как говорит русская пословица, народная мудрость: кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Я вот наблюдал за вами. Вы прекрасно все танцуете. Ну, я сам педагог танцев, знаю современные бальные танцы. Если вы в дальнейшем захотите, я вам покажу последний, очень простенький, массовый танец, где все время меняется заново. Какие книги вы больше любите? Вот я сейчас, больше... какую книгу вы читаете? Я предпочитаю Дюма. Очень мне нравится. Как большинство проходчиков. Вот расскажите немножечко так вот, как вы проводите свое свободное время? Чаще всего, вот обычное, ваш способ провождения свободного времени. Вот этим я не могу похвастаться насчет разумного проведения свободного времени. Yeah.
Молодежь любит танцевать. Для нее танцы – это своеобразная разрядка и место, где завязываются знакомства, складываются отношения. Есть много возможностей интересно, содержательно провести вечер. Но всегда ли мы используем их? Иметь много свободного времени – это великое благо, но и ответственность перед собой, перед обществом. Чем бы я занялась, да? Да. Ну, я, конечно, пошла бы в кружок, где я пою. Но я в Капраново занимаюсь. Ага. Давно вы занимаетесь там? Да нет, недавно. Мне очень это нравится. Я работаю, пишу стихи про любовь. Про любовь, да? Вы не учитесь нигде, да? Нет, я собираюсь поступить в техникум, в педагогический. Мне очень нравится профессия воспитатель детского сада. Ну, педагогом хочу стать. Сейчас занимаюсь, играю на гитаре, на фортепиано. Ну, вы занимаетесь где-нибудь этим в школе в какой-нибудь или сами? Сами занимаюсь. Учился, окончил курсы шоферов 3-го класса. Нет, а музыка я имею. А музыка я собираюсь поступать в музыкальное училище. Встаньте, пожалуйста, вот так, встаньте. Так я стою, ну встаньте вот так. Следующая пара, встаньте, пожалуйста, сюда. Ну встаньте кто-нибудь, дальше, слышите? Нет, вот так же. Мы изучаем проблему свободного времени. Спорим о ней, ищем пути ее решения. А формы работы на тех же популярных вечерах отдыха зачастую остаются традиционными, не меняются годами. Первое движение, а теперь следующее движение. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Молодцы! Сегодня, допустим, у меня свободное время, танцы пришел. Ну, иногда, если нечем, так вторым занялся интересным. Книжку читаю, газету. Ну, а какие книги вы больше любите? Ну, я обычно современные, фантастику тоже люблю. Ну, а вы что можете рассказать о своем свободном времени? Ну, я в свободное свое время стараюсь как можно больше своего времени уделить лыжам. Я занимаюсь лыжами. Первый вариант по лыжам имею. Да, команда «Локомотив», общество «Локомотив», да. Все свободное время стараюсь уделить лыжам. Ну а так, когда у нас, конечно, проводятся здесь вечера, то обязательно бываю на этих вечерах. А вот сейчас я вас прошу в полный голос спеть одну песню с припева. Надо, ребята, жить в красоту. Надо, парни, ребята, нашу жизнь совершить. Нашим девушкам мы скажем милые, мы с богатством нам отдадим. С горами, с мозгами, догадки с силами, там на мгновение дает крылья. Надо, ребята, жить красивою жизнь. Надо! Надо, ребята, нашу жизнь совершить. Молодцы! Люблю молодежь. Когда я с молодежью, мне кажется, не 75 лет, а всего 45.
чем вас привлекают именно вечера? Тем, что вечера не сами собой отвечают на этот вопрос, потому что там бывают диспуты интересные. Mm-hmm. Понимаете, вечер он чему-то посвящен. Mm-hmm. А танцы — это танцы. Вы согласны?